Первая игра. А что за первая игра-то была? Сегодня был неплохой день, в принципе, как и все остальные дни группового этапа. Приятно то, что большинство игр заканчиваются со счетом 2-1, то есть групповой этап получается у нас такой достаточно напряженный, интересный. Первый мейджор, на котором есть сразу 4 СНГ-коллектива. Не всегда есть время кликнуть в Twitch или в epiclife.gg и посмотреть трансляцию, потому что много съемок, но так или иначе, 4 команды из СНГ, за которыми можно следить, это просто офигенно. Очень интересные игры, на самом деле турнир себя удивляет множеством героев, потому что сейчас перепикали практически все. Мы сегодня вспоминали, каких героев еще не брали, насчитали что-то не больше 4, если я не ошибаюсь, почти все уже появилось. Что можно сказать по поводу игры команды Secret? Virtus.pro, которые ожидаемо хороши, и в принципе это первая возможность для команды Медведей добраться, ну, чем черт не шутит, до финала, может быть, эпицентра. Вот. Нави, которых лихорадит, но атмосфера в команде хорошая, ребята настраиваются, и очень надеюсь, что у них получится на этом турнире, ну, тот максимум, который они сами себе ставят. Жалко сегодня было, конечно, единственное, что Fly to Moon. Буквально в шаге они были от того, чтобы сделать сенсацию, одолеть Liquid 2-0, но немножко во второй карте им не хватило. В итоге они проиграли со счетом 2-1, было приятно за ними наблюдать, а также... Fly to Moon, ну, не знаю, как для многих, для меня неожиданно хороши, красавцы. Были, насколько я знаю, определенные проблемы у ребят сегодня, когда был матч с Liquid, но надеемся, что в ближайшие дни все восстановится, и ребята продолжит победную серию, прерванную в матче с Liquid. Вторая игра у нас уже была с участием СНГ, играла Империя, у Империи... Вторая игра. Круто то, что много СНГ-доты на турнире уровня Major. Это просто классно. Что будет завтра, я не знаю, но надеюсь, что будет так же прикольно, как и сегодня. А еще я увидел сцену, которая прямо сейчас строится, и мне кажется, что это будет круче, чем на первом эпицентре. Осталось еще несколько дней подождать, и будет церемония открытия.